Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Америком Лапортом. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. И на острие атаки сегодня только один нападающий. Посмотрим, справится ли он впереди. Итак, стартовый состав Брайтона. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И Иван на чужие ворота. На чужие ворота. Ворота. Не секрет, что за Манчестер Сити болеют знаменитости, но, впрочем, как и за любой английский клуб. Вот самые известные болельщики Ман-Сити – это братья Галлахер из группы «Оазис». И с ними еще целая компания звезд и даже коронованных особ, которые надевают небесно-голубую форму и заводят гимн команды «Blue Moon». В том числе боксер Рикки Хаттон, актер Тимоти Далтон и даже принцесса Беатриса Йоркская. С такими болельщиками как тут не играть на высшем уровне? Нарушение было, арбитр хорошо разобрался в ситуации, дал отложенный штраф. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Действие. Родри. И мяч возвращается к ним. Не секрет, что за Манчестер Сити болеют знаменитости, но, впрочем, как и за любой английский клуб. Вот самые известные болельщики Ман-Сити – это братья Галлахер из группы «Оазис». И с ними еще целая компания звезд и даже коронованных особ, которые надевают небесно-голубую форму и заводят гимн команды «Blue Moon». В том числе боксер Рикки Хаттон, актер Тимоти Далтон и даже принцесса Беатриса Йоркская. С такими болельщиками как тут не играть на высшем уровне? Нарушение было, арбитр хорошо разобрался в ситуации, дал отложенный штраф. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Действие. Родри. И мяч возвращается к ним. Не секрет, что за Манчестер Сити болеют знаменитости, но, впрочем, как и за любой английский клуб. Вот самые известные болельщики Ман-Сити – это братья Галлахер из группы «Оазис». И с ними еще целая компания звезд и даже коронованных особ, которые надевают небесно-голубую форму и заводят гимн команды «Blue Moon». В том числе боксер Рикки Хаттон, актер Тимоти Далтон и даже принцесса Беатриса Йоркская. С такими болельщиками как тут не играть на высшем уровне? Нарушение было, арбитр хорошо разобрался в ситуации, дал отложенный штраф. Вот так пока делался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом.
этим действием. Родри. И мяч возвращается к ним.